часто, когда команда прилетает в другой город, она вечером тренировку делает. У вас же была тренировка в Москве, и сейчас у вас как бы свободное время. Я думаю, лучше дома покататься и потом приехать сюда и отдыхать, чем летать целый день и потом на лед и что-то так, все на спешку. Так, я думаю, лучше получается. Не первый раз, я был давно с родителями здесь, так приехал на экскурсию, можно сказать. Ну, красивый город, есть что посмотреть, интересно. Да, Европа, в принципе, одинаковая, везде старинные города такие, можно сказать, красивые постройки старые, дворцы, там, музеи, все. Вот эти улицы маленькие, все красиво, чисто, приятно, то есть, находиться. Ну, вот, погулять спокойно можно, подышать воздухом, воздух здесь тоже хороший, культурный все. Ну, вот народ доброжелательный. Улыбается.